Давайте будем знакомиться. Зовут меня Ольга Соколова. Я живу в городе Набережные Челны, Республика Татарстан. Сейчас директор в открытой квалификации, старший менеджер 22%. Скажите мне, пожалуйста, с каких городов сегодня вы? Напишите в чате, я хочу посмотреть нашу с вами географию. Астрахань. Елена, в Астрахани у нас. Волгоград. Самара, Часовой, Курган, Москва, Челябинск, Московская область, Ярославль. Все, да, ребят, все. Ну, мы еще немного подождем, а возможно, еще кто-то подтянется. Янтор, ничего себе, Омск, Кемерово. Скажите, пожалуйста, есть сегодня среди нас новые партнеры, те, которые первый раз зашли на такой вебинар? Поставьте плюсы, пожалуйста. Если вы первый раз пришли, плюсики мне поставьте, я посмотрю. Или все уже приходили на вебинары? Наталья, вот у нас первый раз пришла. Приветствую. Дмитрий уже третий раз. Дмитрий, правильно. Нужно много раз просматривать вебинары, потому что каждый по-разному преподносит презентацию бизнеса. Днем один раз тоже слушал, да? Екатерина первый раз, Вера первый раз. Все, да? Больше нету, все остальные уже были. Хорошо. Поздравляю с первым вебинаром. Вот сегодня мы как раз с вами обсудим суть всего бизнеса и вообще как зарабатывать с компанией. Я представлюсь, как меня зовут, я уже сказала, меня зовут Ольга. Я многодетная мамочка, у меня трое сыновей. Я зарегистрировалась в компании Oriflame, когда моему ребеночку был всего месяц. То есть мы практически после родов сразу, я там искала варианты, как же можно, сидя дома, зарабатывать. Ну вот мне прислали предложение сотрудничества с компанией Oriflame. Были тоже разные стереотипы. Ну почему тоже? У многих, да, есть определенные стереотипы по поводу компании, потому что информации не знают, ну мало знают информации, поэтому складывается такое общее представление о компании, что это каталоги, что это нет, это, наверное, не мое, да я вообще не умею продавать. И куча разных возражений всегда бывает. Я сама себе ответила на возражения, подумала просто, думаю, как, ну, люди же другие зарабатывают, мне тоже надо посмотреть. Если такие возможности предоставляются откуда там свыше, может быть, это как раз то, что приведет к тому, чтобы обеспечить мою семью, почему бы и нет, да? Вот когда у меня третий ребенок появился, это большая мотивация у меня просто была. Я хваталась за все, что мне бы не предлагали. Я читала, изучала, как можно начать зарабатывать, чтобы создать свой собственный бизнес, потому что мне надоело пахать на начальника. У меня стаж работы наемной более 15 лет. И вот знаете, как белка в колесе, крутишься, крутишься, а в итоге результат один. Ну, там потолок в этой зарплате, который вам платят, лишь бы вы выжили, да, покушать, чисто там одежду купить, чтобы не замерзнуть зимой, и все. А ваши мечты, вот о чем вы мечтаете, мечты ваших детей, они так и становятся, ну, нереализованными. Я когда вот это поняла, я думаю, так, надо что-то менять, надо как-то по-другому деньги зарабатывать, потому что все вокруг богатеют. Я одна сижу там уже за 30, да, а то, о чем мечтала, так еще и не сбылось. В декрете как раз есть время подумать, и вот когда у меня второй ребенок родился, я ушла в декрет, вернее, со вторым ребенком, я уже уходила с таким, знаете, с хорошим настроением, что все, наконец-то, свобода, я вырвусь из этого плена наемной работы, и я не собиралась туда возвращаться сразу, у меня уже мысли такие были, что нужно развивать свой собственный бизнес. Вот когда третий ребенок родился, я думаю, ну, пока мой бизнес будет развиваться, нужно же как-то семью обеспечивать, муж не справится с нами, со всеми.
я решила посмотреть работку на Авито и как раз оставила там отклики, да. Мне пришло письмо о сотрудничестве с компанией Oriflame. Я сначала как-то не очень хорошо отреагировала, потом все-таки решила, ну, обдумала и решила присоединиться. И вот как раз 23 октября 2014 года я стала партнером компании, зарегистрировалась, вернее, только. Потом активировала свой кабинет. Но, скорее всего, вы тоже так же сейчас будете все это проходить, все те же самые стадии. Сейчас уже у нас вообще с мужем, раньше муж тоже был против, ну почему тоже, потому что у многих бывает, что когда девушка начинает какое-то свое дело, да, муж не верит и говорит, да ладно, что ты там чем-то занялась, тем более в интернете, зачем тебе это надо, кто-нибудь там тебя обдурит, вокруг пальца обведет, ну так, переживал за меня. Когда увидел, что тут все нормально, что тут нормальные люди, которые зарабатывают, и которые готовы меня также научить, также зарабатывать, да, вот сейчас я буду учить вас, как здесь зарабатывать. Вот, он тоже заинтересовался этим бизнесом, и у нас сейчас семейный бизнес, семейный контракт. Мы уже открыли индивидуальное предпринимательство на имя мужа. Он у меня индивидуальный предприниматель, я муниципальный служащий, поэтому я не стала на себя ИП вообще открывать. Мне по закону запрещено предпринимательской деятельностью заниматься. Но пока я, конечно, в декрете, я не собираюсь возвращаться обратно на свою наемную работу, но мосты пока не зажигаю. Почему? Потому что не хочу, чтобы было, знаете, таких всяких там предъяв потом ко мне, да, чтобы я уходила, когда уходила, чтобы я уходила красиво. Я люблю красиво уходить, без каких-то там скандалов, даже с благодарностью, потому что каждая работа, где бы вы ни находились, вы все равно какой-то опыт приобретаете. Так ведь? Поэтому нужно уходить, если уходить, то красиво. Поэтому не хочу, чтобы там были какие-то предъявы ко мне, что я нарушала закон во время декретного отпуска. Вот. На мужа мы оформили индивидуальное предпринимательство, и сейчас с ним вместе развиваемся, он мне помогает. По технической части в основном это все к мужу, ко мне больше по сопровождению, по работе с командой и вообще там по общению с людьми. Сегодня мы с вами рассмотрим презентацию международного онлайн-бизнеса. Я думаю, что все приготовились, да, послушать меня, взяли, возможно, карандашики, блокнотики, знаете, как делаются скрины, скрины знаете, как делаются с экрана, можно важные моменты, да, свои там, запечатлеть скрином, себе куда-нибудь сохранить, или записать, я люблю записывать, я не люблю скрины делать, потому что потом у меня куча-куча всяких вот этих разных картинок, теперь у меня, как, ну, чисто там, очень много мусора накапливается. Поэтому записывайте лучше, помечайте для себя. Наша команда, команда продвижения, все знаете, да, что мы сотрудничаем все с компанией Oriflame, вы попали как раз в нашу команду, и это очень хорошо, потому что команда одна из лучших, тех, которые сотрудничают с компанией Oriflame. Показатели нашей команды превышают средние по России, нас очень ценят руководители компании. Наша команда входит в топ-100 России, СНГ и Балтии. Наши участники посещают ежегодные конференции за счет компании на лучших курортах мира. В Абу-Даби ездили и в Валенсию ездили. Постоянно, да, посещают, постоянно приглашают, и спикерами приглашают. Даже сейчас вот мы собираемся в Москву на мегафорум. Из нашей команды будут на мегафоруме спикерить. То есть на всю такую большую аудиторию, огромную, приглашают за заслуги. Я тоже еду на мегафорум. В том году я тоже ездила на мегафорум. Ездила на встречу с командой, вот это наша фотография, там я есть, я брала своего ребеночка маленького, ему тогда было 8 месяцев где-то, в рюкзачке его таскала, потому что он не хотел ни с кем оставаться, была возможность оставить, но он просто там скандалил, да, не хотел меня никуда отпускать,
я его с собой взяла. Ну, знаете, вот даже лучше, потому что когда ребенок рядом, мама не волнуется, не переживает. Там в Москве, знаете, движение такое, ну, не знаю, вся жизнь, можно сказать, в дороге проходит. Я вернулась домой очень поздно, где-то часов 12, и то-то я там потерялась. Меня, короче, вообще там патруль, да, проезжал. Я уже приехала там в Подмосковье, нужно было мне добираться. Вот патруль проезжал вот по этой, ну, по этому поселку, увидел меня с ребенком и предложили подвезти меня. Я говорю, я вообще потерялась, говорю, ну, ориентации вообще никакой нет. Вот они меня до дома довезли, такие все отзывчивые. Такое маленькое приключение у меня было. Ну ладно, вернемся к нашей с вами презентации бизнеса. Мы сегодня с вами обсудим 5 самых главных вопросов. В чем же суть бизнеса? Что нужно делать? Откуда берутся деньги? Кто вам будет помогать? И что вы получите в результате? Я думаю, все знают, да, что с компанией Oriflame можно зарабатывать по-разному, ребят. Можно как продавать просто на каталогах зарабатывать, а можно строить бизнес. Вот мы сюда вас приглашаем бизнес развивать. Все знают об этом. Поставьте мне, пожалуйста, минусы те, кто не знает о том, что мы вас пригласили развивать бизнес в компании. Ну, подожду еще. Минусов пока не вижу. Значит, все знают. Нашим партнером, как я уже говорила, ага, знают все, наверное, является компания Oriflame, компания, которая стремится стать первой и уже сейчас практически первая косметическая компания на рынке, то есть ее товар пользуется спросом, а для нас, как для предпринимателей, очень хорошо иметь в партнерстве такую компанию, товар которого пользуется спросом, так ведь? Согласитесь со мной, то есть прибыли будет больше. Нам не нужно как-то напрягаться, представлять товар компании Oriflame, потому что компания вообще сама это все делает. Она сама продает. Наша задача не продавать. Наша задача даже не про крема рассказывать, да? Наша задача рассказывать про бизнес с компанией Oriflame. Ну и мне, например, очень нравится, что компания не однодневка, что она уже давно существует, вот я ей, например, доверяю. Я не доверяю другим сетевым компаниям, я как-то вообще к сетевому, если честно, не очень, ну, как бы, знаете, для меня, у меня тоже стереотип такой был раньше, сейчас я уже более-менее знаю всю эту систему, да, весь сетевой бизнес, и уже доверяю ему, но все равно не каждой компании стоит доверять, сетевой тем более. Сегодня она есть, завтра ее нет, а компания Oriflame, она стабильно стоит на рынке, и она развивается, и сейчас как раз у нее такой опять бум развития. Компания Oriflame уже пережила не знаю сколько кризисов, благодаря тому, что она международная компания. Если в одной стране кризис, то в другой стране этого кризиса нет, согласитесь, да? Она варьирует всегда своими ценами, а где-то снижает цены, а где-то повышает цены, где кризиса нет. Поэтому стабильно держится на рынке и даже наоборот все больше и больше развивается. Если компания-партнер, с которой сотрудничаем мы, развивается стабильно, у нее есть деньги, значит, очень хорошо для нас, для тех, кто с ней сотрудничает, в плане того, что мы тоже всегда будем иметь деньги. Так ведь? Компания Oriflame предлагает вам бизнес под ключ, ребят, где большую часть вообще всего по развитию бизнеса она берет на себя. Наше же дело только, сейчас там у меня был слайдик, да, наше же дело только создать поток людей. Ну, давайте о преимуществах расскажу, так как мы применяем сейчас интернет вообще в развитии бизнеса, но не только мы, знаете, вот все применяют интернет, но без этого никак, сейчас 21 век, иначе
работа будет никакая, да, даже на работе, на наемной работе интернет применяет. То есть информацией же надо быстро сейчас делиться. У нас у всех WhatsApp есть на телефонах. Вот у меня в детском садике, например, группа там мамочек, где мы общаемся по организационным моментам. В другом детском садике сейчас опять группу создали. Ну, теперь у меня еще и маленький тоже в детский садик идет. Вот, тоже группочка мамочек, где мы общаемся по организационным моментам. В школе, школьный чат в WhatsApp, где мы тоже там общаемся по организационным моментам, да, ну, куда-то организовать детишек, чтобы они ходили на мероприятия. Без этого никак. Именно благодаря интернету сейчас информация передается намного быстрее. Теперь мы не ждем письма по там 2-3 недели, да? Теперь мы можем за 10 минут письмо отправить, написать, там за считанные секунды оно вообще доходит уже до адресата, потом смс-ку там скидываем, например, письмо тебе отправила, посмотри. Да, то есть вот так вот быстро у нас идет обмен информацией благодаря интернету. Все бизнес-деятели, все, кто бизнес развивает, они тоже применяют интернет. Без этого сейчас никак, иначе конкуренты их задушат, иначе они не выплывут на рынке. То есть здесь нужно быть мобильными и подстраиваться под то время, в котором мы живем. Компания Oriflame тоже очень хорошо подстраивается, применяет интернет. У нее есть официальный сайт. Даже два, на двух, на языках, да, разных. Что у нас еще? Мы сами, благодаря интернету, тоже обмениваемся информацией, даем людям информацию о том, что можно вот так вот зарабатывать. Вот с вами сейчас даже сидим, общаемся, тоже благодаря интернету. Вы в своих городах, я в своем городе, вы у себя дома, я у себя дома. Вот так вот мы, между нами теперь нет границ. И благодаря интернету вы можете сейчас запустить бизнес-систему. Компания Oriflame как раз вам предоставляет такую возможность, чтобы вы, даже не отрываясь от своей работы, параллельно начали развивать свой собственный бизнес, чтобы у вас появилась возможность пахать уже не на своего начальника, не осуществлять его мечты, а наконец-то заняться своими мечтами и зарабатывать ради себя. Понимаете, да? Пока можно это сделать все плавно, параллельно, совмещая со своей основной работой. Или, например, мамочка в декрете, пока вы в декрете, создайте, запустите эту бизнес-систему, а потом вы будете на эти деньги жить. Жить, кормиться, путешествовать, и не только, да, машины, автомобили будете покупать. Вот у нас сегодня партнер из команды продвижения Надежда Санникова, многие, наверное, ее знают, купила автомобиль Nissan на деньги, заработанные в компании Oriflame. Вот компания дает такие возможности без кредитов, ребят. За 1,5 года работы без кредитов взять такой автомобиль. Я думаю, что это круто. Вы сами здесь строите свой график, у вас нет начальников, здесь вы сами себе начальник, вы сами себе главный, вы работаете на свой результат, вы достигаете определенных уровней в маркетинг-плане компании, компания вам будет платить, делиться своей выручкой от того товарооборота, которого вы создали. Но об этом я еще расскажу. Цель любого бизнеса, каким бы бизнесом ни занимались, это получение прибыли, согласитесь, да? Все ради денег сюда пришли, и не только сюда, но вообще начинают развивать свой бизнес, чтобы зарабатывать, чтобы прибыль получать. Вот как происходит движение товаров и услуг? Вообще нужны клиенты, так ведь? Нужны заказчики. Как, если товар продвигается, то значит нужны покупатели. Если у вас услуги, то значит нужны те, кто будут заказывать у вас эти услуги. Для получения прибыли необходимо создавать всегда товарооборот. Вот всегда, в любом случае. За организацию движения товаров или услуг от производителя к потребителю. Вот обратите внимание на рисунки. Мы сейчас говорим про товар, да, как у нас идет движение товара. Производитель существует, который производит определенный товар. И вот если рассматривать такой традиционный бизнес, то сначала там есть куча всяких оптовиков, потом только
доставляется в розничный магазин, потом дается реклама, чтобы шел поток людей в эти магазины, и уже покупатели непосредственно приходят в магазин и берут то, что им там где-то порекомендовали, или рекламу они посмотрели, захотели попробовать. Вот именно так происходит у нас движение товара, да? От производителя, видите, смотрите, сколько там разных пунктов, крупный опт, средний опт, мелкий, розничный магазин, реклама, и все это расходы. Расходы, за которые платят сам покупатель. То есть представляете, да, какая цена стоит в магазине? Тут же никто же в минус себе не будет работать. То есть вы платите за вот это вот движение товара, платите вы, то есть покупатели, те, которые в магазине берут ту же самую шампунь. Если она в магазине стоит 290 рублей, например, да, то посчитайте, какая ее себестоимость у производителя. Ну, там, я не знаю, рублей 50, наверное, да. Что можно, какую шампунь можно сделать за 50 рублей? Сами понимаете, какое там будет качество. У нас же здесь сразу напрямую идет. Мы берем у производителя, компания Reflame сама производитель, мы вот компания продвижения, да, мы сами потребители. Мы сами потребляем для себя, потому что нам все средства, которые производит компания Reflame, нам самим нужны. Потому что мы все моемся, мы хотим выглядеть здоровыми. Многие у нас девушки красятся, макияж наносят, нужна декоративная косметика, да, аксессуары здесь есть, клатчи, вот сережки, вот украшения. Это все можно приобретать нам самим. Единственное, что помимо нас есть и другие люди, которым тоже нравится компания Reflame. И мы можем показать каталог и порекомендовать то, чем пользуемся сами. Нам компания как раз нам только платит за то, что мы организовываем процесс продвижения товара. Вот это понятно? В итоге качество отменное, сертификаты все есть у компании, и накрутка не такая большая. Угу, хорошо. Видите, сколько мы посредников, получается, как сказать, забыла слово, подскажите, исключаем, да? Вот видите, сколько посредников сразу исключается у нас. Мы единственные, сразу от производителя к нам идет. Или можно еще порекомендовать кому-то. Все. Накрутка получается маленькая, а качество товара отменное. Бизнес под ключ. На себя компания берет практически все. У нее есть заводы, есть сотрудники, которые на этих заводах работают, есть бухгалтерия, которая ведет учет, там рекламу и продвижение товаров, ну, не то, что продвижение товара, продвижением товара мы занимаемся, да, а вот разными изобретениями у нее, у компании есть институт исследования свой, свои заводы, как я уже отмечала, да, свои сервисные пункты обслуживания, доставку она все организовывает. У нас вообще голова за это не болит. Ассортимент продумывает, продумывает, какие каталоги будут. Вообще за сайтом своим официальным она следит. Сайт вообще классный, его в поисковиках все поисковики ищут его, находят, да, то есть можно без проблем там нашему клиенту даже самому сделать заказ на сайте компании, все понятно. Единственное, что мы там можем что-то подсказать. Компания нам помогает развивать бизнес, она очень много для нас делает, вот, серьезно, все акции стимулирующие, которые она нам предоставляет, мы даже можем свои акции не запускать. Нам хватает того, что компания придумывает. Для нас мы сами в них участвуем и рекомендуем нашим новым партнерам тоже в них участвовать. Ну и клиентам, соответственно, тоже. То есть поиск клиентов, партнеров и продвижение товара – это наша задача. Понятно, да, ребят? А все остальное компания на себя берет. То есть вот для вот мне, да, как мамочке троих детей, это очень удобно. Мне не нужно вообще никуда там бегать с какими-то коробками, чего-то там носиться, да. Единственное, что я делаю покупки для себя, для своей семьи. Ну и если у меня там заказы есть, потому что многие знают, что я сотрудничаю с компанией Reflame, они звонят: Оля, закажи мне то-то,
Оля, мне тушь закончилась, Оля, мне волосы надо покрасить. Оля, у тебя есть там помада какая-нибудь, а у тебя есть туалетная вода? Я говорю, да, давайте посмотрим, сейчас закажем, через пару дней придет уже заказ. Что нужно делать? Для развития вашего бизнеса, все на бизнес пришли, да, как мы помним, нужно организовать товарооборот своего интернет-магазина. Вот вы тут сами решаете, сколько у вас клиентов будет, кто будут ваши клиенты, кого вы будете обслуживать. Вы можете только себя обслуживать, свою собственную семью, а можете набрать клиентов, там, соседей, свое окружение, родственников, друзей, кому просто дадите информацию, что вы сотрудничаете с компанией Oriflame, у вас есть возможность приобретать со скидкой, потому что для нас, для всех оформляется дисконт от 20%. Да? Мы берем по дистрибьюторской цене, со скидкой, тем более вот так вот экономим. Ну и плюс еще зарабатывать мы можем на разнице в цене. Но это не суть, это просто дополнительные деньги, дополнительные возможности заработать деньги здесь и сейчас. Многие приходят, да, многие там мне говорят такое возражение, мне сейчас деньги нужны. Я говорю, пожалуйста, компания Oriflame прекрасно понимает тех людей, которым нужны деньги прямо сейчас, и она дает эти возможности прямо сейчас заработать. Но нужно, чтобы не было тараканов в голове по поводу продаж. То есть тут можно с каталогом поработать и зарабатывать ежекаталожно, каждые 3 недели по 15 тысяч. Но мы, знаете, на упор не делаем на продаже. Лучше наполнять, вот, приглашать людей и создавать свою бизнес-систему. Это намного конкретнее. На продажах много денег не заработаешь, ребят. Это вообще активные доходы. Мы вас приглашаем для того, чтобы сейчас бизнес-систему запустить, и потом, чтобы у вас было и время, и деньги, пассивный доход, чтобы был. Хорошо? То есть организовываем товарооборот в своем интернет-магазине, это понятно? Обязательно посещайте обучение, чтобы быть в курсе всего, и приглашайте людей, которые будут выполнять те же самые действия. Организовывать товарооборот, посещать обучение и приглашать людей. Вот эти вот 3 важных действия, которые приведут к тому, что ваша бизнес-система запустится. Обязательно запомните, хорошо? Я думаю, что здесь ничего сложного нет, потому что у нас справляются даже школьники, справляются даже мамочки многодетные, у которых, кажется, вообще времени нет. Да? На самом деле, самое главное – себя правильно организовать, и тогда можно найти время на то, чтобы хорошо зарабатывать. Ради детей, я думаю, стоит. Вот я хожу в свой магазин, что же я там покупаю, и мне еще компания за это платит. Вот обратите внимание, да, витамины берем на всю семью. Для детей омега-3, для детишек. Знаете, вот благодаря омеге я вижу, как мои дети хорошо развиваются. Мне очень приятно за ними наблюдать, как они развиваются. Благодаря омеге и мультивитаминам мои дети перестали болеть. Если даже заражаются какой-то, ну, вот вирус бывает, да, вот сейчас вот даже у нас дома, я сама заразилась, сейчас у нас, ну, тоже как бы такая, сейчас, точку, ладно, отключить. Я хоть и болею, но вот тьфу-тьфу, мои детишки, у них вот было, они тоже схватили, да, вот этот вирус, но у них прошло все в такой вот легкой форме, антибиотики я уже тьфу-тьфу, вообще забыла, когда давала. А мы ходим в детский садик, до сих пор ходим. Представляете, если я раньше постоянно сидела там с ребенком, ну, вернее, он дома постоянно сидел, вот про среднего я говорю. Со старшим я на работе была, ну и то мне приходилось его одного оставлять дома,
больного ребенка, потому что у меня не было возможности с ним сидеть. Сейчас я в декрете уже с третьим, да, ребенком, а второй, получается, постоянно болел первое время, когда в садик ходил. Я еще когда не была зарегистрирована или когда зарегистрировалась, но не знала, что такое вообще омега-3. И вот когда я узнала, стали мы применять, пить уже сколько, 1,5 года мы точно пьем. Я вижу, что у него очень сильный иммунитет. Если даже заражается, то все это проходит вот так вот в легкой форме, без антибиотиков мы спокойно справляемся. Тьфу-тьфу, не сгладить вообще, этого всего боюсь. Ну и помыться, да? Шампуни, гели для душа, мыло, ну, декоративную косметику тоже могу взять, аксессуары тоже могу взять. Вот так вот уже составляет мой товарооборот 226 баллов бонуса. Балл бонус – это такая единица, ребят, да, внутренняя валюта компании, для того, чтобы привести товарооборот к общему знаменателю, потому что компания международная. И у нас не только же, ну, в смысле, мы делаем заказы в рублях, да, оплачиваем, но также белорусские рубли, гривны, доллары. И вот чтобы товарооборот был как-то к общему знаменателю все это привести, и существует такая валюта, как балл-бонус. Вот обратите внимание, когда каталог даже смотришь, там всегда идет цена и всегда идет, сколько это балл-бонуса. Потом, когда вы будете делать заказы, там прям будет написано, заработали столько-то баллов бонуса. То есть вы сделали такой-то товарооборот, организовали этот товарооборот, да, и вот за это как раз вам компания заплатит. У компании есть условия по выплате дохода. Она выплачивает доход только тогда, когда ваш товарооборот в личном онлайн-магазине, в личном кабинете организован не менее чем на 150 баллов бонус, ребят. Это очень важно, запомните, пожалуйста, ладно? Не все сразу пришли и стали делать личный товарооборот 150, многие учились, как это все делать, учитесь тоже, у вас есть время. Тут никто не заставляет сразу прям на 150 баллов бонуса делать, да, как научитесь, так будете делать. Как будете делать, так и будете получать доход, вам компания будет начислять. Это уже от вас зависит, когда вы и в какие сроки хотите получать. Я, например, постаралась сразу войти в программу. Тогда была программа «Добро пожаловать в Oriflame». Сейчас стартовая программа, очень хорошая, обратите на нее внимание. Там нужно организовать товарооборот 100 баллов бонусов 21 день после регистрации. Да, вам за это шаг один вы пройдете. Там вам будут наборы хорошие даваться по 199 рублей. Потом есть еще шаг 2, шаг 3, шаг 4. И за каждый шаг, прохождение каждого шага, цена набора увеличивается, но вам она также будет по фиксированной цене 199 рублей. И за это еще 10 баллов начисляется за заказ. 10 баллов бонуса. Ну, классная программа, у спонсоров спросите, ладно. Так, что же мы делаем? Даем людям информацию о бизнесе, не о косметике, а именно о бизнесе. Приглашаем зарабатывать. Создаем команду партнеров. Помогаем им стать предпринимателями. Вот это самое главное. Создание команды, создание ключевой команды. Тех людей, которые вместе с нами хотят зарабатывать, хотят изменить что-то в своей жизни, хотят создать свой собственный бизнес, уже не надеяться на начальника, хотят все взять в свои руки и уже исполнять свои мечты. Вот посмотрите, как мы строим структуру примерно, да? Конечно, более детально вы уже обсуждаете, пожалуйста, со своим спонсором или с вышестоящим менеджером, директором. Ну вот примерно такая классическая модель бизнес-группы. Когда вас пригласили, вот вы девушка с компьютером наверху, пригласил спонсор, да, и спонсор под вас продолжает пока вести веточку одну структуру. Вы же начинаете, можете с этой же структуры начать подучиться, посмотреть, как это все работает, потому что это тоже ваша структура.
привязаны вы, спонсор привязан к вам, вы уже к тем партнерам, которые спонсор вам пригласил, это ваша команда. Вот, если все нормально получается, поток людей пошел, то уже можно начинать свою собственную структуру, да, свою вторую ветку, чтобы у вас была разница между нижестоящими партнерами. Не хочу вас запутать. Вот более конкретно, да, лучше смотреть на вебинаре по маркетинг-плану. Ну, примерно я хочу, чтобы вы представляли. Мы ведем пока две группы, да, параллельно старайтесь, чтобы они у вас шли и развивались. Вот пока, когда вы их уже доведете до хороших там уровней, ну, там, я не знаю, там, смотрите сами, когда вам удобно. Может быть, когда ваши партнеры будут на менеджере 15%, вы начнете другие группы создавать, третью, четвертую, пятую, шестую. Вот здесь как раз суть в том, чтобы строить эти структуры и помогать своим партнерам стать предпринимателями. Вот этот момент понятен, ребят? Что мы сюда вас не продавать приглашаем, а развивать бизнес. Сеть онлайн-магазинов получается по всей территории страны и странам СНГ. Угу, хорошо. Первый шаг. Проходим. Какой? Проходите. Первые 2 месяца обучение себя. Сами себя обучаете. Обучаетесь на вебинарах. Для вас есть скайп-чаты, вебинары, да, проводим много раз. Созвоны с вашими вышестоящими, планерочки. Наш обучающий сайт, коуч сайт, где там все пошагово прям, что и как нужно делать. Потом, второй, два там срок примерно, 2-12 месяцев, вы уже начинаете сами обучать своих партнеров. И формируете свою команду, как я вам уже показала, вот таким методом. У нас регистрация идет в глубину, вот так вот, под каждого партнера. Как это технически сделать, вам спонсор инструкции даст, инструкции все есть, все для вас бесплатно. Друг под друга. Это намного быстрее вы достигнете тех целей, которые хотите, да, быстрее дойдете до золотого директора, откроете звание золотой директор. А там большие преимущества. Потом уже можно развивать третью, четвертую, как я уже говорила, да, пятую, шестую, и там смотря, какие у вас цели и планы. Дальше шаг 3, 12 месяцев и более. Здесь в команде, в компании Oriflame, обучение партнеров, формировать свои команды и получать доход. Чем больше ваши партнеры зарабатывают, тем больше зарабатываете вы. Вот этот момент обязательно запомните. Еще раз говорю, чем больше ваши партнеры зарабатывают, тем больше зарабатывать будете вы. Поэтому мы заинтересованы, чтобы наши новые партнеры быстрее разобрались в сути бизнеса и стали хорошо зарабатывать. За это, за обучение денег никто не берет, да, все предоставляется бесплатно. Чему мы обучаем? Лидерству, коммуникации, личностному росту, финансовой грамотности, позитивному мышлению, работе в социальных сетях. Это вам вообще пригодится везде. Ведению скайп-чатов, информационные рассылки, организация планерок, проведение вебинаров, ну и всему-всему, чему хотите, кому и обучитесь здесь вместе с нами. Вместе будем учиться, делимся друг с другом своим опытом, общаемся в скайп-чатах или в WhatsApp-чатах. Поэтому обязательно добавляйтесь в скайп-чаты, в WhatsApp-чаты, смотрите, читайте сами, общайтесь, знакомьтесь с командой, знакомьтесь с новыми людьми, которые не знают о таких возможностях, предлагайте им эти возможности, говорите, что здесь можно заработать большие деньги. Так будет формироваться ваша ключевая команда единомышленников, с которыми вы вместе пойдете вверх по лестнице успеха. Где же искать людей? Людей очень много, тех, которым нужны деньги. Даже статистика, да, была, вот не помню уже,
тысячу с чем-то резюме и всего 100 предложений, 100 с чем-то там предложений о работе было. Представляете, да, на доске одной. То есть сейчас резюме намного больше, тех людей, которые ищут работу, намного больше, чем предложений. Имейте в виду, что сейчас кризис, много людей увольняют, моему мужа тоже уволили. Несмотря на то, что он единственный кормилец в семье, несмотря на то, что он многодетный отец, это роли не играет. Типа кризис и все. И без разницы, как вы будете выходить из ситуации. Хорошо, что у нас есть Oriflame. Спасибо ему большое, что благодаря Oriflame многодетная семья не осталась без денег. Поэтому людей вы всегда найдете. Они ждут ваше предложение. Самое главное вам предлагать. Теплым контактам, вашим знакомым, незнакомым людям в социальных сетях. Сначала с ними знакомитесь, а потом рассказываете, чем вы занимаетесь. Да? На досках объявлений там очень много людей, которые ищут работу. Ну и вообще, давайте напишем, кто где увидел информацию о том, что предлагают такие возможности. Давайте напишем, я вот, например, на сайте Авито увидела. Я напишу Авито. А вы где? Напишите в чате, пожалуйста. Тоже, да, с Авито? Травит. Яндекс работа, тоже Авито, от знакомых, ВКонтакте, ага, Травит, Оликс, ну вот интересно. Вот как раз там мы и рекрутируем, называется, то есть приглашаем людей. Рекрутинг – это своего рода подбор персонала, кто не знает. Я раньше не знала, что это такое. Оказывается, есть даже такая профессия, как рекрутер. Менеджеры по персоналу знают такую профессию. То есть подбирается персонал, да, для организации. Ну, у нас здесь персонала как бы нет, мы партнеров подбираем. Выявляем лидеров, начинаем их обучать, доводим до хороших доходов. Джоб. Мне позвонили Авито. Угу. На Авито резюме подавала. Угу. Вот такие методы, да, рекрутинга у нас присутствуют в команде. Также вы будете дублицировать, делать все то же самое, ребят. Все у нас есть, шаблоны есть, научим, как разговаривать по скайп, как проводить всю эту технику продаж даже, да, как представить бизнес. Это все изучите, и я думаю, что ничего сложного, если уж школьники, говорю, справляются, если справляются даже пенсионеры, которые не владеют навыками компьютера и здесь зарабатывают, то согласитесь, те, которые что-то понимают в компьютере, могут здесь многого добиться. Откуда берутся деньги? Давайте посмотрим. Платит компания, то есть никто никакие взносы тут не делает, да? Компания делится со своей выручкой от тех товарооборотов, которые мы организовали. Каждый партнер компании, вот вы сейчас зарегистрированы тоже, я тоже зарегистрирована, мы все лояльные покупатели. Мы меняем свои магазины, да, в которых раньше ходили, сейчас мы туда не ходим, забываем туда дорогу, начинаем покупать в онлайн-магазине, потому что от товарооборота, который мы сделаем, организуем, зависит наша зарплата. Вот, мы все берем по дистрибьюторской цене, дисконт от 20% выше, распродажи бывают, акции постоянно компания устраивает, ну, там вообще иногда за смешную цену берешь такие дорогие, казалось бы, товары, да, туалетная вода, например, как вы думаете, вот хорошая туалетная вода стоит около 3000 рублей, здесь можно купить за... там меньше, чем 300 рублей. 300 рублей отличная туалетная вода. Вот, представляете, да, какая экономия? Сейчас минуточку, ладно, ребят?
У меня просто в горле першит, поэтому я отключаюсь, чтобы вас не напрягать своим кашлем. Вот обратите внимание, если 100 человек купили продукцию для себя на 1000 рублей, а по статистике это как раз так и получается, что каждая семья покупает для себя примерно на 1000 рублей. Вот если 100 человек купили для себя на 1000 рублей, то товарооборот составит 100 тысяч рублей. Они сами покупают, ребят. Вы за них там, ну, ничего не делаете. Вы единственное, что создали поток на сайт компании, зарегистрировали их, научили их пользоваться сайтом, да, дали всю систему, кто пришел зарабатывать. Все, там уже сами, например, делают. Кто-то, ну, как клиент пришел на продукт, потому что нравится пользоваться средствами компании, но он не хочет зарабатывать, ну, еще не готов, не те обстоятельства. Не тянем никого за собой, никого не заставляем, то есть работаем с теми, кто действительно пришел сюда на деньги, кто хочет работать. Вот, каждый делает для себя заказы, формируется товарооборот. Примерно 10% вам компания будет платить, делиться с вами выручкой за созданный товарооборот. Вот, примерно 10 тысяч будут ваши. Дальше, если 100 человек купили для себя на 3000 рублей, то тогда товарооборот составит 300 тысяч рублей. Ваш доход примерно 30 тысяч. А если 1000 человек купили продукцию на себя на 3000 рублей, представляете, какой товарооборот? Какой? 3 миллиона. А какой ваш доход? Примерно 10%. Это 300 тысяч. Да? 300 тысяч вы получите как организатор этого товарооборота. Ну, круто, да? Вы сами решаете, сколько вам здесь получать. Вот маркетинг-план компании. Обратите внимание. Табличка такая, доходов. Сначала, конечно, доходы маленькие. Но вот я вам вообще советую не смотреть на эти доходы. Я вам советую просто быстрее-быстрее пройти вот эту табличку, на старшего менеджера 22% выходить, открывать звание директор, да, вот эта вот мелочь, я не знаю, я вот, например, ее практически не зарабатывала. У меня даже отрыва не было, я создавала свою ключевую команду, мне важно было, чтобы мои партнеры понимали, что здесь нужно делать. Вот, поэтому быстро-быстро старалась, ну, там уже быстро процесс идет. Сначала нужно найти, выявить ключевых партнеров, обучить их, да, а потом уже все вместе, мы одной командой же работаем, вместе друг другу помогаем, то там уже быстро идет процесс. Вот, поэтому быстрее проходите до старшего менеджера 22%, и там уже смотрите, какие доходы здесь будут. Так, у меня что-то подвисает. Все, нормально, загрузилось. Вот, смотрите, звание директор, да, старший менеджер 22%, это открытое звание директор. Закрывается звание через 8 каталогов, если вы подтверждаете товарооборот, 7500 баллов или одна директорская группа и не менее 3500 баллов бонуса в вашей персональной группе. Вот, это подтверждение директора. Вот у меня сейчас одна директорская группа, и в персональной группе более 3000 баллов бонуса. Мои ребята там растут еще, не директора, менеджеры еще только. Вот, растем. Подтверждаю я скоро, через 3 каталога, еще 3 каталога подтвержду, да, свои товарообороты. И все, закрываю звание директор. И мне компания за закрытие заплатит 1000 долларов и плюс доход, соответственно, доход, да? Нормально для мамочки в декрете с 3 детьми такую премию 70 тысяч, 1000 долларов. Я такую премию еще вообще ни разу не получала, поэтому жду. И каждый из вас, кто доходит, да, каждый из вас дойдет обязательно, потому что если я дошла, то вы уж тем более дойдете. Там уже смотрите, да, какие доходы. И здесь зависит от количества директорских групп, которые вы вырастили. Вот поэтому мы и говорим, что мы вас приглашаем на создание своей ключевой команды и для того, чтобы им помочь
стать директорами. Запомните. Если у вас один директор, то вы старший директор. Ну, там персональная группа еще нужна, чтобы у вас еще росли другие директора, да, другие партнеры тоже же растут, хотят стать директорами. Вот, если у вас уже появляется два директора в первой линии, то значит вы золотой директор. Там уже доход от 50 тысяч рублей, и за закрытие звания вам компания заплатит 2000 долларов. Мне очень нравится, что компания платит даже за те действия, которые мы когда-то совершали. Вот мой спонсор, например, пригласил меня когда-то давно, дал мне систему работы в руки, обучил меня, научил, и до сих пор сейчас получает от того, что там когда-то он со мной возился. Эта компания все предусмотрела. Так и будет пожизненно получать. И чем больше я буду развиваться, тем больше она будет получать процент. Плюс, если она сама будет развиваться, там дальше больше у нее будет директорских групп, она будет еще и с глубины получать, с моих директоров уже выращенных. Так же и вы, да? То есть, если вы доходите до директорского звания, потом помогаете своим партнерам дойти до директорского звания, потом ваши партнеры помогают другим партнерам дойти до директорских званий, и вы будете получать проценты до 6 поколений туда вниз, а там очень много директоров. Но это нужно маркетинг-план изучать, как бы вас не запутать. Ну вот примерно представляете, куда вам нужно стремиться, и почему выгодно развивать глубину. То есть не под себя всех регистрировать, ромашку мы не строим, да? Мы строим морковку вниз, под себя делаем, растем пока. Две директорские группы, ну, достаточно будет. Потом еще параллельно будете развивать. Хорошо? Это понятно, ребят? Чем больше предпринимателей обучили и помогли иметь доход, тем выше ваш доход. Я уже об этом говорила, еще раз напомню. Хорошо, понятно. Вот она, лестница успеха компании Oriflame, которая не имеет границ. Обратите внимание, премии здесь вообще громадные, автомобили, подарок еще. Volvo, когда вы звание директор закроете, да, и будете дальше развиваться, дальше строят директорские группы. Вообще компания Oriflame заинтересована в лидерах. Чем больше лидеров вы, ну, если вы сами станете лидером и научите своих партнеров быть лидером, тем, соответственно, компания вас будет больше и больше поощрять, баловать признанием. Компания Oriflame это на первом месте стоит. Какие бы сложности там не были, да, какой бы кризис не был в стране у нас в России, но признание партнеров компания всегда выводит на первое место. У нас все равно банкеты, мы все сейчас прикупаем платьишки себе, чтобы в Москву поехать на банкет директоров, там уже организовываем какие-то мероприятия, как нам где встретиться, как покататься на лимузинах, вот, это обязательно все будет, поэтому, ребят, у компании Oriflame кризиса нет, очень хорошо с ней сотрудничайте. За что же платит компания? Вот в этот раз мне она прислала справочку, у меня уже официальный доход, индивидуальный предприниматель мой муж, видите, да, не наврала, Соколов Сергей, за что платит? Предприниматель оказал услуги по привлечению потенциальных покупателей, пополнению и поддержанию информационной базы покупателей продукции компании. Да? То есть я провожу презентации бизнеса, вот как сейчас, тренинги «Успешный старт», менеджерские встречи с персональной группой, планерки с ключевой командой. Вот это вот все как раз за это компания и платит. То есть она не платит за то, что там я взяла сумки, затарилась, пошла продавать. Вот как раз вот это вот наша работа, ребят. Работаем мы по договору об оказании возмездных услуг. Обратите внимание, номер договора – это номер моего консультанта, да, вот номер консультанта.
мой номер. У вас тоже договор будет заключаться, вот как раз номер вашего договора будет ваш номер, под которым вы зарегистрированы. Так, время контролируем, да? Немножечко осталось. Из всего товарооборота мой только 225 баллов. Все остальное делает команда моих партнеров. Да? Как выплачиваются доходы? Доходы выплачиваются официально все, тогда, когда вы откроете свое собственное индивидуальное предпринимательство. Компания Oriflame прекрасно понимает, что у нас у всех тут сразу такой шок бывает, да ладно, а что мне потом делать, если у меня дело не пойдет, а что я должен делать потом с открытым индивидуальным предпринимательством. Но компания Oriflame все это продумала, она вам предлагает открыть бизнес без рисков. Поэтому пока вы развиваетесь и развиваете свою структуру и получаете вот маленькие доходы, которые я вам помогала, которые я вам показала, да, до директорского звания, там можно свое индивидуальное предпринимательство не открывать. Копите на своем личном, в своем личном кабинете, на внутреннем счете компании. Там будете все отслеживать, вы даже будете видеть, сколько у вас скидочка накопленная, да, сколько вы заработали за этот месяц. Каждый раз мы зарабатываем за тот товарооборот, который мы создали, который организовали. Мы сделали заказы сами, потом команда тоже ваша сделала, потом вы сделали, команда ваша сделала. И вот за этот товарооборот компания каждые 3 недели оплачивает, если у вас выполняются условия, 150 баллов бонуса, личный заказ. Вот, ребят, сейчас, подождите. Вот сейчас уже мне компания перевела на мой личный расчетный счет. Ну, вернее, даже не то, что на мой, на наш с мужем, да. Мы уже получили денежки, которые можно пощупать, потрогать, потратить. Но мы такие экономные. Мы не привыкли тратить. Поэтому еще пока все это лежит на банковском счете. Успеем еще. Кто вам будет помогать? Наталья, если честно, я бы не рекомендовала ИП брата использовать. Лучше свое открывайте, пусть это будет ваш бизнес. Почему? Потому что если вы хотите с братом, у нас есть такая семья, которая, ну, с братом, брат-сестра, да, вместе бизнес развивают, у них семейный контракт. Вот, если вы с братом также хотите семейный контракт, ну, вы там должны делиться с ним, понимаете, да? Если вы не хотите делиться, то лучше свое индивидуальное предпринимательство оформлять на себя и себе деньги зарабатывать, а не брату. Как бы я вот так вот. Ладно, там у меня муж, у нас один кошелек, но вот я там, например, с папой или я там с сестренкой своей, я бы не хотела. Ну, как бы у нее свой карман, у меня свой карман. Единственное, если бы мы с ней вот действительно там вместе этот бизнес бы развивали, да, то тогда, ну, почему бы и нет, почему бы и не общий там семейный контракт оформить, компания дает такую возможность. Оформляете семейный контракт и вместе развиваете бизнес, там уже делите, как и что, вы будете делить выручку свою. Кто будет помогать? Компания сама помогает, да, как я уже говорила. Все тут у нее предусмотрено, стимулирующие акции, подарки, бонусы, поездки, ответственность за продукт тоже она, компания несет, мы вообще за продукт не отвечаем, если вдруг что-то где-то потекло, то претензию мы сами пишем, например, в компанию, потому что мы же лояльные потребители, вот, если вдруг, ну, я не знаю, что-то там испортилось при транспортировке, или что-то не дошло, бывает иногда так, да, недостача, я вот, например, прихожу, там мне вот этот раз щетки, например, не положили, они же легкие, не учли, наверное, да, там по килограммам, что
какой-то, ну, что-то не доложили. Вот и все. Я сказала менеджеру своего сервисного пункта обслуживающего, что у меня тут щеточки не хватает. Он быстро оформил претензию, и потом мне компания щетку доставила. Прям так, держите, ваша щеточка. Я говорю, ладно, спасибо. То есть, я не знаю, у меня, например, вот сколько я уже сотрудничаю с компанией, не было никаких таких нареканий, да, по поводу работы. Я наоборот каждый раз думаю, ничего себе, надо же, а. Вот прям все до мелочей предусмотрено, вот серьезно. Два глобальных международных сайта, про которые я вам уже говорила, да, доставка, логистика, все организовано. Наше дело только общаться в социальных сетях, новые знакомства и давать возможности самим тоже выглядеть хорошо, ухаживать за собой. Но я думаю, что с этим не будет ни у кого проблем. Так ведь все хотят быть здоровыми, все хотят выглядеть на все 100%. Конечно же, помогает вам спонсор, и вся команда продвижения будет помогать. То есть любые вопросы задавайте. Мы открыты для вас все 24 часа в сутки, потому что у нас есть скайп-чаты и WhatsApp-чаты. Всегда можете спросить, задать вопрос, а вам обязательно на него ответят. В сетевом маркетинге именно так. Тут каждый друг за друга держится и помогает продвигаться вверх по лестнице. По работе по найму вот так вот не скажешь, да? Там, чтобы занять чье-то тепленькое местечко, нужно кого-то подсидеть. Ну и также, если вы занимаетесь традиционным бизнесом, у вас конкуренты, никто не будет там развивать своего конкурента, помогать и как-то обучать. А здесь же наоборот, мы заинтересованы в том, чтобы наши новые партнеры как можно быстрее во всем разобрались, как можно быстрее стали развиваться и зарабатывать хорошие большие деньги. Что получите в результате? Это успешный бизнес, финансовые возможности, свободное время, ребят, вот это самое главное, то время, которое вы можете тратить на более важные моменты в вашей жизни. Компания Oriflame предоставляет вам эти возможности, да, свободу. Вот я даже слушала, ну, не то, что слушала, от многих, и сама это прекрасно понимаю. Вот действительно, когда начинаешь сотрудничать с компанией Oriflame, у меня на самом деле я свободна. Захотела, поехала на море, взяла с собой ноутбук, там, телефон, планшет, и там работаю, да. Захотела там, я не знаю, там, на дачу поехать, нужно там, огород что-нибудь посадить. И даже там, если есть интернет, даже там можно работать. Вот у меня партнер в этот раз тоже пишет, я, говорит, на огороде, сама в чате, и сама, говорит, и порекрутировать здесь решила, пока там, ну, отдохнуть от таких вот дел, там, решила порекрутировать. Я говорю, ну вот, замечательно, вот как раз так и надо. Компания Oriflame вам дает возможность, совмещая, начать уже свою бизнес-систему. Потом вы выберите, что вам лучше. У нас всегда так, да, знаете, кто-то совмещает еще с наемной работой, потом видит, что здесь доход переваливает, больше становится, чем на наемной работе. Он уже там оставляет наемную работу, до свидания, все трудовые соглашения прерывает, все, трудовая книжка закрыта, можно сказать, ненужная, потому что есть такой замечательный бизнес вместе с компанией Oriflame. Работа в команде, вы увидите здесь колоссальную поддержку. Личностный рост, это очень хорошо для мамочек в декрете, потому что многие мамочки страдают от того, что мозг атрофируется во время декретного, да, отпуска, думают, чем бы себя занять, как бы мне не затупеть от просмотра сериалов. Вот здесь как раз возможность быть всегда в теме всего, быть звездой, развиваться личностно, ну и хорошо зарабатывать при этом. Путешествие за счет компании вас это ожидает.
Я вот еще пока тоже не путешествую, но у нас менеджеры сейчас поедут, да, вот последний каталог остался квалификации на менеджерскую конференцию, если все будет нормально, то и я тоже в Сочи поеду. Вроде бы там более-менее у нас все проходит по условиям. Многие уже квалифицировались на менеджерскую конференцию. Вы тоже будете квалифицироваться и ездить, увидите совсем другую жизнь. Элитный стиль жизни предлагает компания. Вот такие вот мероприятия компания устраивает. В этот раз она получила премию «Событие года». Представляете, да? Номинация «Лучшее выездное мероприятие» за проведение золотой конференции в Валенсии. Вот, представляете, партнеры ездили на золотую конференцию, участвовали вот в этой конференции. Каких эмоций они только там не ощутили, да? Что, сейчас, минуточку. Что это мероприятие признали лучшим, как событием года в компании Oriflame. Да еще раз доказывает, что в компании Oriflame высочайший уровень мероприятий, которые она проводит. Я же говорю, для компании очень важно признание своих партнеров. Так, сейчас у меня слайдик. Уже подвисаем, да, немного. Золотая конференция, ребят, сейчас идет квалификация. Вы, каждый из вас, может именно сейчас начать квалификацию на золотую конференцию 2017 года, где мы все вместе с вами поедем на двух, там, трех, не знаю, лайнерах, шестизвездочных лайнерах, с вами посетим два континента, три страны и четыре города. Я, если честно, вообще не знала, что такое возможно, но благодаря компании Oriflame, она для нас делает такие мероприятия, и каждый из вас сейчас даже, ну, в смысле, через там, какое-то время, да, может там оказаться. Вот обязательно принимайте участие в квалификации, хорошо? Что нужно сделать? Нужно всего двоим партнерам помочь. Две директорские группы нужно создать до 14-го каталога 2016 года. Если вы создаете две директорские группы, выходите на звание «Золотой директор» в 14-м каталоге не позднее, закрываете это звание, вы квалифицируетесь на круиз. На лайнер шестизвездочный. Там вообще круто. Это просто мечта. Я даже об этом не мечтала. Я думала, что такое невозможно. Всего же... Ой, мы немножечко задерживаемся. Извиняюсь. Ну, давайте вот как раз уже заканчиваем. С чего же начать, да, если вы уже зарегистрировались тут все, с чего же нужно начинать этот бизнес? Познакомьтесь, хорошо, Лен, познакомьтесь со своим спонсором, менеджером, директором, всегда будьте на связи, задавайте любые вопросы, добавляйте скайп-чаты, пройдите все шаги на обучающем сайте «Новичок». Пройдите верификацию данных, да, подтвердите свою почту, загрузите скан паспорта, если вы хотите строить структуру, развивать бизнес. Выполните все инструкции, которые вам дает спонсор. Активируйте свой номер первым заказом, сумма не важна, самое главное, лишь бы был там балловый заказ. Тут уже сами смотрите, организовываете, вы же предприниматель, да, начинающий предприниматель, ваша задача организовать. Как вы это будете делать, ваша задача все это посмотреть.
Мы можем с вами поделиться своим опытом, как это делаем мы. У нас есть специальный вебинар в 13:00, они проходят по личному товарообороту, по организации, и можно у своего спонсора спросить, как это сделал он, что он заказывает, какие товарообороты делает, какой его товарооборот. Вот, наверняка он уже сам этот товарооборот организовал. Посещайте по возможности все вебинары, если нет возможности, то в скайп-чатах всегда есть записи, у нас у всех есть канал YouTube, подписывайтесь на ваших вышестоящих лидеров и смотрите в записях. Также можно в чатах, всегда бывает, смотрите себе, сохраняете куда-нибудь в табличку, потом будете передавать вашим новым партнерам. Сложности на пути будут. Обязательно, как без этого. Ну вот я, например, на сложности никогда не обращаю внимания. Я всегда смотрю на цель. Мне не важно, упаду я там, запнусь, еще чего-нибудь сделаю, кто-то мне чего-то говорит. Мне не важно, передо мной цель стоит. Моя задача ее достигнуть. Я хочу, чтобы вы также не обращали внимания на друзей, на пессимистов, которые вам чего-то там жужжат в уши, в общество, на свой страх, на какую-то вину, на родственников, да. Не обращайте внимания на советчиков, так скажем, которые сами не разбираются в этом бизнесе. Спрашивайте совета у тех, кто смог в этом бизнесе заработать. И спросите, как это сделать, если вы хотите получать те денежные средства, которые предоставляет компания. Поэтому вперед для достижения своих целей. Хорошо, Евгения, осталось только оформить заказ. Да, так активируйтесь и будете уже в системе на 2 года, будете развиваться потихонечку. Да? На этом у меня все, ребят. У кого какие вопросы остались? На 10 минут задержались, так хотела все коротко рассказать, но не знаю, не получается у меня. Все нормально? Прощаемся с вами.